Блин, всем привет! С вами Дмитрий, и это ВАЗ-2110, который мы купили пару дней назад. А что ж, можно видеть, печальная машина. Не заводится. АКБ сейчас на зарядке. Должен сейчас приехать покупатель и ее купить. Так. Что можно сказать по салону? Салону надо чистить. Блядь. Очень хороши ковши. Мне нравятся такие сиденья. Я не знаю, что это за сиденье, но мне они очень нравятся. Здесь есть два подъемника, стеклоподъемника. Рабочий ручник. Коробка вылетает, не работает вторая передача. Печку я не проверял. Порткомп работает. Часики. ХЗ. Спидак работает, тахометр работает, температура не знаю, а топливо вообще не работает, показывает, что бенз есть, а на самом там фиг. Так, колхоз тут. Здравствуйте, колхоз. А кто-то уже лазил тут. Переделывали проводку немного через пару проводов кинули просто под капотом. Пару проводов. Имбилайзер рабочий, но он не отключен. А мозги неизвестно какие. Так, тут я немножко разобрал. Надо ручку менять этой двери. Личинка уже поменяла. Что еще? Что еще можно сказать по машине? Машина не закрывается в данный момент, потому что не работают 4 ручки. Ну, точнее, вру, 3. Четвертая работает. Но у нее проблема сломанная дверь. Так, давайте посмотрим, что у нас под капотом. Под капотом стоит клапанник. Сейчас открою. Вы пока тут будьте. Что же, идемте посмотрим. Печальненький восьмиклопник. Это проржавело. Это херня. Так. Что еще? Там норм, тут норм. Просто грязь. А так норм. Так. Все очень хорошо уходит. Причина. Обход имбилайзера. Как сделали некоторые. Через рулевку какую-то вставили, ебать. Копать. Так, носовая клемма. Не буду переделывать это все. Но не я буду переделывать, а новый хозяин автомобиля. Так, я кинул сюда провод.
все сделал. Этого болта не было вообще. Купил, поставил. Все. Без насос работает. Так, пойдемте дальше. Как заводится? Вот это и есть ключ запуска. Смыкаем стартер. Все. Вообще охеренно. Мне бы такой, блин, сделали. Я бы, блин, вообще охуевал бы. Ладно. Так. О, бля. Сука. Вот, сука, ладно. Все. Машина печальная. Попасть в салон. Так, открыли. Мы видим вот эту проблему. Петля. Петля щелей отгнила. Ну и хер с ней. Так, там багажничек. Салончик такой. Его чистить надо, да. Надо было ручку ставить сразу и не париться, бля. Нет. Ну, вот так нахер оставим. Откройся и держись там, сука. Так. Что тут? Колоночки такие дешманские. 500 рублей. Классно. Ебать. Только я купил их уже тут давно. Они уже дохлые. Не знаю, музыку можно будет слушать или нет у них. Похуй. Моя проблема уже. Ждем, короче, хозяина. Нового. Покупателя, точнее, этой тачки. Надо было, блядь, принести свой аккумулятор, поставить ее, завести и показать, как она работает. На самом деле, вообще ужас. Хвосты не держат. Это может быть подсос воздуха где-то. Разбираться не буду. Если буду, тогда надо сейчас ехать, мыть под капотом. А, так, ладно. Короче, что ж, на этом сейчас заканчиваем наше видео. Потом будет следующее видео, как мы ее продали. Давайте.